День добрый. Сегодня 11 мая. Зайдем в Michael Kors. Это все тот же испанский аутлет La Roca Village. В Michael Kors минус 20% на обувь. Именно сейчас покажем только обувь. Сумки тоже есть минус 20%, но интереснее обувь. Заходим. Только обувь покажем, только обувь. Практически на всю обувь будет скидка минус 20%. То есть общим планом сейчас покажем. Есть мокасинчики. Есть лоферы, есть кеды, кроссовки, саба, эспадрильи, эти кеды. И сейчас детально пройдемся и покажем. По ценам. Кстати, есть еще вот здесь сланцы. Давайте, может, со сланцев и начнем. Сланцы. 39. Has confirmado? No, no he confirmado, Denis. No? Te confirmo ahora. Vale. Так, сейчас подтвердят вот эти цены. Одним словом, вот эти сланцы 45 евро и минус 20%. Так же, как в черном цвете. Да? Бали. Только что он подтвердил. Все вот эти модели в черном, в коричневом, в розовом и в ванильном цвете 39 евро и минус 20%. То есть вот это их цена. Ну, есть размеры. 39 евро и минус 20%. Эти 45 евро и минус 20%. И с другой стороны посмотрим здесь. Вот эти 49 евро. Ценника нету. 49 евро. На липучках. То есть на липучках 49 евро минус 20%. В розовом цвете 45 евро минус 20%. Soft pink цвет. И вот эти сейчас... Арна, есть ты кванто, Коста? 65. А. Здесь даже ценник есть. 65 евро. 65 евро и минус 20%. Не забываем, это все будет еще минус 20%. И в коричневом цвете. Начинаем с кед, да? Так, вот эти кеды. Это идет такой летний вариант. Здесь текстиль, это не кожа. Это не кожа, цена неправильная. Это 100% неправильная. Сейчас посмотрим, где будет ценник. Вот. Все эти модели 125 евро и минус 20%. Получается 100 евро. В черном цвете. В таком мятном цвете. В розовом. И в коричневом. 100 евро. Какие кеды? Это получается здесь у нас тоже 125 евро и минус, минус 20%, 100 евро выходит. Здесь идет текстиль, монограмма, здесь в коричневом цвете текстиль и здесь моделька в розовом цвете в таком, да? Тоже цена все так же, 125 евро. И минус 20% от этой цены. Акция будет длиться, ну, еще несколько дней до конца, если не ошибаюсь, этой недели. Вот такие высокие кеды. 135 евро. Они чуть подороже и минус 20%. Тоже вот для сравнения. Также в коричневом и в розовом цвете. 95 евро. На танкетке такой. Не знаю, сантиметров 5-6. Это все идет здесь текстиль. В коричневом, в голубом и в розовом цвете. Дальше идем. Очень многие заказывали вот эти кеды. Очень.
очень много. Получается, цена 79 евро. Видите, 79 евро и минус 20% от этой цены будет. То есть выходит 63 евро 20 центов. Это идет канва, это идет синтетика. То есть, ну, опять же, канва даже более неубиваемая, чем кожа. Есть в коричневом, есть в розовом цвете. И полностью белые есть. Видите, это с витрины. Тут... Ну, неправильная цена 99 евро, они все стоят 79 евро и минус 20%. 100%, потому что их очень многие заказывали. Дальше идем. Вот эти модельки по 99 евро были. Да, 99 евро и минус 20%. Видно всем? Есть в таком в оливковом цвете. Тоже 99 евро. Или так 99 евро. И в розовом цвете также. Есть вот такие эспадрильи, 75 евро. Стоили 99, сейчас 75 евро и минус 20%, получается 60 евро. 60 евро эти эспадрильи. Давайте вот так, вот эти не показывали, да? Очень легкие, кстати, нереально легкие. Даже не думал, что такие. 99 евро и минус 20%. Ну, то же самое, что и вот эти модельки. Здесь. Отель Корс. Такой летний вариант. А здесь розовый фламинго. Пальмы. Все как надо. Внизу вот такие лоферы. 95 евро сейчас они. 95. Но это показано, что не натуральная кожа. 95 евро и минус 20%, не забываем. Балетки. Эти балетки, получается, канва. Все это канва. Цена будет 75 евро и минус 20% 60 евро. Это что, кожа не кожа, надо будет смотреть. Тоже 75 евро и минус 20% будет 60 евро. Давайте вот эти зеленые посмотрим. Тоже 75. Но нигде нет спецификации, кожа не кожа это. Мне кажется, что вполне возможно, что это не кожа. Там розовый, бежевый цвет. И ваниль. Нет, не кожа. Я же говорил, что это не кожа. А, ну правильно, это и канва. Она не может быть кожа. Дальше. Попали в пробку. Давайте вот эти кроссовки еще тогда покажем. Тут народу очень много. Так, кроссовочки. По цене давайте сразу определимся. Цена, вот она у них цена, 125 евро и минус 20% также выйдет 100 евро. Да, и здесь также 100 евро. Очень легкие, кстати, но это не кожа, очень легкие. €125 такая также моделька, минус 20%. Ну, очень. Вот эта моделька классненькая. 100 евро выходит. Так, вот этот стенд сразу же покажем. По цене 125 евро, минус 20% 100 евро. Все 100 евро. В оранжевом цвете. Здесь получается ванильный цвет, как считается. Ну, белый. Это не кожа, потому что это идет канва. И в черном цвете также 125 евро, минус 20% выходит 100 евро. Выходит 100 евро. Вот это не снимать. Это кто-то оставил. Вот это не надо снимать. Кто-то примерял и оставил. Ладно, смотрим дальше. Начинаем снизу. Очень тоже многие заказывали. Вот эти шлепки. Причем шлепки – это натуральная кожа. Сейчас найдем спецификацию. Кто-то опять уже белый забрал. Все это натуральная кожа. 75 евро минус 20% – 60 евро. Все это натуральная кожа.
оливковый, белый цвет, вот это не натуральная кожа, золото и розовый цвет. Вот эти, видите, не кожа, это не кожа получается, ну тоже 75 евро минус 20% будет 60 евро и в розовом цвете. Смотрите, размеров не очень много осталось, но для замера даже вот у меня есть такой инструмент. Для понимания, допустим, 25 сантиметров, да, чтобы понимали. Ну, как лучше-то показать-то? Вот так, да, видно? 25 сантиметров. Это размер 8, если не ошибаюсь. Да, это размер 8. Дальше. Размер. Это размер 6. То, что на витрине есть, я вам просто замерю, кому, чтобы было уже определяться своими размерами. 23,5. Но это получается от начала до конца. Если брать по контуру, да, золотому, вот он, 22 сантиметра получается, вот так. 22. Это размер 6. Какой у нас еще тут размер есть? Это снова 8. Это, а, вот семерка есть. Ну, давайте, та же самая модель, в принципе. Будет 24,5 где-то примерно. 24,5, да? Вот, сейчас, подождите. Ну, да, 24,5. А если по швам делать, то 23. Так, и вот это какая-то коробка стоит. Сейчас посмотрим, какой здесь размер. Десятка. Десятка. Ну, вот, беленькие, вот они. Ну, классные. Все, опять же, повторюсь, натуральная кожа. Все это натуральная кожа. Давайте замерим десятку. Ну, получается 27 сантиметров от начала стельки и до конца стельки, да, 27. Ровно 27. Но если брать по серебряной линии, то 25,5. Но опять, думаю, так неправильно мерить. Лучше мерить полностью. Повторюсь, все это натуральная кожа. Очень многие заказывали. 60 евро со скидкой будет. Так, убираем на место красиво. Все, кому нужны там дополнительные замеры или какой-то конкретный размер, все, пожалуйста, вопросы пишите на WhatsApp. +34 633 644 944. Ссылка всегда есть и в описании видео. И есть в сохраненных историях в нашем инстаграме. Так, идем дальше. Оставим здесь. Опять в пробку попали. Черных нет. Я вот как продавец. Зависли чутка. Ну ладно. Покажу модель. Бомбическая модель. Бутиковая коллекция. Это бутик. Это бутик, натуральная кожа. Натуральная кожа. 175 стоили, сейчас 85 евро и минус 20%. Выходит 67 евро. Черных нет. Но я очень похож на продавца. Черных нет, столько белые. Видите, даже в прямом эфире задают вопросы. Только размер 8. Мы мерили 25,5 сантиметра примерно получается. Только размер 8. 6 пар привезли. Мы 3 пары себе сразу зарезервировали. Поэтому, кто хочет, можете заказать. Ну, реально, классные кроссовки. Это бутик, повторюсь, это бутиковая коллекция. Ладно, там освободилось. До конца покажем там. И пойдем обратно. Так, тут порядок, беспорядок, вернее, приходится мне наводить порядок. Такие сандалии у нас, 75 евро тоже, и тоже, оказывается, это натуральная кожа, получается 60 евро. Это натуральная кожа, даже не видел я. Вот такой бледно-розовый, пыльно-розовый. Так, золото посмотрим. Золото тоже кожа, тоже 60 евро. Опять же, замеры можем сделать, кому надо будет. Черный есть. Кто спрашивал, черный? Девушка ушла уже. Девушка ушла, нет. Черный есть тоже. Так, вот такие у нас. На танкетке по цене. Самое главное цена.
Но здесь показано 149, естественно, это неправильно, но правильно, что это кожа. Смотрим в золоте. 99 евро, значит, в коричневом цвете тоже 99 евро и минус 20%. Что в коричневом, что в золоте 99 евро и минус 20%. Так, наверху у нас осталось еще. Это не кожа. По цене, что здесь цена у нас? Ух ты, 149 евро показано. Видите, еле-еле тут. 149 евро и минус 20%. Ну, здесь неправильная цена. Давайте в черном посмотрим. Да, 95 евро. 95 евро и минус 20% от этой цены. Я думаю, что и это тоже будет так, по такой же цене. 99 евро, 95 евро и минус 20%. Нет, да, 149 евро. То есть ценник был правильный у черной. 149 евро и минус 20%. Так, здесь обувь мы всю показали. Это уже не по акции, это уже другая идет обувь. Хотя нет, 135 евро показано. Ну, по идее, тоже должно быть 20% от этой скидки. Высокий такой каблук. Но это не кожа. Показано, что не кожа. 135 минус 20%. Здесь еще до конца дорасскажем, допокажем. 125 евро. Не кожа. 125 евро и минус 20%. Белый цвет в конве. Кроссовки. Такие 135 евро. 135 евро и минус 20%, не забываем. Здесь ценника нет, но, скорее всего, такая же цена. 135 евро и минус 20%. Такие кроссовочки. Здесь идет текстиль, резинка. Ну, летний такой вариант. Цена неизвестна. Давайте черный посмотрим. Ну, показано 99 евро. Скорее всего, 99 евро и минус 20%. Эти показали. 139 евро, но я сомневаюсь, надо уточнять. 135 евро. Вот эти 135, я думаю, что эти тоже будут где-то около 135 евро и минус 20%. Эти бутиковая коллекция, ну просто классные. Все натуральная кожа, повторюсь. Очень рекомендую. Эти мы уже показывали, вон они. Те же самые. Здесь ценник 179. А, вот, 139. 139. А, да, они чуть другие. Не вот как эти. Да, 139 евро. Здесь еще стенд. Смотрите, вот эти, смотрите, кроссовки, ботинки. Вот эти ботинки, видите, цена, финаль. Это финальная цена, то есть на них, вот именно на эту модель, скидка не распространяется 20%, то есть ну, ниже не может быть. Причем в этом цвете почему-то 65 евро. В ванильном цвете 65 евро. Здесь тоже 65. Арнау. ¿Es precio correcto 65? Correcto, es el precio final. ¿Pero por qué 69? ¿100? Si este. Pone 65, 65. Vale. 65 евро, то есть сказали, что написано на заборе, та цена и есть, 65 евро. 65 евро здесь и здесь, даже не 69, а 65. Это все канва, здесь на молнии. 65 евро. И вот на эти модели будет минус 20% скидки. Не кожа. Ну, ценник показан, что 99 евро. Значит, это будет 99 евро и минус 20%.
здесь ценника нет. Цвета покажем доступные. Вот эти 75 евро. И минус 20%. 75 евро. Ну, по идее, тогда эти тоже должны 75 евро быть и минус 20%. Да, мы такие выкупали. 75 евро и минус 20%. Все правильно. Все вот эти модели 60 евро выходят со скидкой. Точно, черные мы выкупали. Ладно, и вот такую модельку еще покажем. 99 евро. Минус 20%. Ну и здесь также будет. Да, тоже 99 евро. И минус 20%. Общим планом покажем сумки. Общим планом. На все вот эти сумки тоже есть минус 20%. На кошельки. Допустим, вот такая поясная сумочка. Получается 119 евро и минус 20%. Например, кошельки по 69 евро и минус 20%. Написано «ой», то есть по-испански это «сегодня». Такая сумка 119 евро, кстати, и минус 20%. Кроссбоди стоила 350, потом 229 евро. В трех расцветках. В конве и в розовой. Это кожа. Это тоже получается у нас идет кожа. Ну, в общем, планом давайте еще. Вот на эти стенды нет скидок. То есть это уже и так финальная цена. То есть даже вот видите, Манхэттен есть. Сколько сейчас она стоит? 179 евро эта моделька. Это большой размер, да. Еще в упаковке еще. Но опять же, сумки можно было посмотреть и купить чуть-чуть раньше, это было минус 30%. Ну, в принципе, все, наверное. Здесь тоже 99 евро и минус 20%. Ну, опять же, самое хорошее приложение сейчас новое. Все, всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся на наш YouTube-канал и на Telegram-канал. Именно на Telegram-канале мы сейчас выставляем все товары, все актуальные акции в режиме онлайн. Ссылка будет под описанием. Все, всем спасибо и до новых видеообзоров. До свидания.